Хальвин говорил, что заметил на горизонте какой-то корабль. Как думаешь, он может быть мертонийским? Возможно. Как думаешь, они собираются на нас напасть? Вряд ли. Ваш островок слишком невелик и малозначим. Скорее всего, они направляются куда-нибудь в Арган. Сейчас же там как-никак идет война. Что ты мне можешь рассказать о войне в Аргане? Ну, что тут рассказать, дружок? Когда я в последний раз покидал остров, Сетариф все еще осаждали войска Робора. Эторн VI все еще удерживает город, но никто не знает, сколько он еще сможет продержаться против миртонийцев. А бои идут только в Сетарифе? Нет. Миртонийцы отправили вторую армию в Торниарское ущелье. Ущелье защищает лорд Гаваан, брат Эторна VI. Так что там тоже дерутся. А что за человек Роберт III? Он был великим героем, который сражался на стороне Инноса против аватаров Белиара. Но сейчас он стал всего лишь тенью себя прежнего. Странная болезнь поразила его и повергла его душу во мрак. А ты знаешь, что это за болезнь? Нет. Мне пришлось покинуть короля вскоре после того, как он заболел. Покинуть короля? Ты что, был одним из его воинов? Я был его советником. Что? Ты был советником Робера III? Как же ты? Почему ты ушел от него? Это долгая история, друг мой. Возможно, когда-нибудь я тебе ее расскажу. Но не сейчас.